К другим темам. В Новосибирске раскрашивают зеленые ели в розовый цвет. Не ради эстетики, а чтобы спасти деревья от вандалов. Хвойные поливают специальным раствором, который в тепле начинает плохо пахнуть и запах держится несколько недель. Подробнее расскажет Елена Мирошниченко. Красные, но не опасные. Хвойные деревья обрабатывают специальным раствором, состав держат в секрете. Зато не скрывают, на улице дерево ничем не пахнет, но если срубишь его и принесешь домой, резкий неприятный запах в квартире будет стоять несколько недель. Смесь была составлена 8 лет назад специалистами-агрономами и специалистами СОРАН. Она сертифицированная смесь, абсолютно безвредная для животных и для людей. Успокаивают. Летом деревья пахнуть не будут. Красный налет смоется первыми дождями. Поэтому такие обработки проводят ежегодно во всех парках, скверах и лесах города. Причем это именно новосибирский метод. Такую технологию используют только в Новосибирске. По словам специалистов, им даже звонят из других городов и просят поделиться составом раствора. Опрыскивать деревья будут до 24 декабря. В плане обработать больше 2000 елок. Зима только началась, а уже задержали первого вандала в Первомайском районе Новосибирска. Елена Мирошниченко, Алексей Погудин, новости ОТС.